Весна ранняя и субботник такой же ранний. Снег быстро сошел, обнажив горы прошлогодней листвы и мусор, который накопился за зимние месяцы. Чтобы весна радовала глаз, по всему региону был объявлен масштабный субботник. На уборку областного центра вышли тысячи горожан. Это представители органов государственной власти, бюджетных учреждений, работники предприятий, студенты и местные жители. В это время это традиционно было, это не только сейчас. Всегда выходят люди на субботники, выбирают возле своих предприятий, возле своих домов выбирают. Здесь каждому хочется пройти по красивой, по чистой улице. Утопающий весной и летом в зелени сквер имени Ильи Гайдукова сегодня утопает в прошлогодней листве. Привести одно из любимых мест отдыха в порядок взялись сотрудники Департамента внутренней политики Брянской области. Навели чистоту они и в сквере Проскурина. Аллеи очистили от старой листвы и веток. Общими усилиями в Брянске собрали тысячи кубометров мусора. Вдоль автотрассы Брянск-Смоленск сотрудники управления ветеринарии Брянской области спиливали сухие и поваленные деревья, обрубали сухие ветки. Вот уж где работа действительно кипела. В ход пошли бензопилы и топоры. В этот день были убраны свалки, наведен порядок на улицах, во дворах, на детских и спортивных площадках. Досадно только, что представители бизнеса не посчитали нужным поддержать эту хорошую традицию и остались в стороне от масштабного общеобластного субботника. Каждый понимает, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Но вместе с тем, дойти до урны, судя по итогам уборки, многим лень. Поэтому о поддержании чистоты в городе жителям будет напоминать социальная реклама. Работа по наведению порядка на территории региона будет продолжаться. Следующий общеобластной субботник пройдет 8 апреля. А в канун годовщины празднования Крымской весны всех приглашают принять участие в санитарной пятнице 17 марта и сделать город еще красивее. Екатерина Зодина, Иван Зюрев, Владимир Сидоров. События, Брянск.